Кролика слід обирати такого, щоб він відповідав вашому стилю життя. Адже за характером ці звірятка бувають дуже різними. І якщо вже ви зібралися завести собі нового члена родини, то най це буде милий та пухнастий карликовий кролик. Кролики, которые сейчас в основном живут в наших домах, это кролики, максимально достигающие веса не больше 2 кг. В основном это кролики кило 400, кило 600. Одно отличие – это кролики-баранчики. Они имеют чуть-чуть больше веса. Вот у них может достигать вес 2 кг, 2200. У нас представлены кролики голландской породы. Это обычный короткошерстный голландский кролик со стоячими ушками. И кролик-баранчик, у которого висят ушки. Ці створіння чудові, милі та комунікабельні. Вони здатні добре ладити з людьми та полюбляють спілкування і ласку. Отличаються вони в першу чергу розміром ушей. У голландського кролика ушки маленькі, вони стоять, дуже близько посаджені. У кролика-баранчика ушки будуть гораздо длиннее. И в маленьком возрасте одно ушко может вставать, одно опускаться. Но когда кролик вырастает до взрослого состояния, ушки, естественно, будут всегда в висячем положении. В одном вольере их можно вполне содержать, у них абсолютно одинаковое содержание. Единственное, чем больше у нас кроликов, тем больше должен быть вольер для их содержания. Щоби добре розуміти свого вихованця, його характер, уподобання в їжі, необхідно знати, як живуть кролики в дикій природі. Батьківщиною кроликів прийнято вважати Західну і Середню Європу. Живуть вони великими колоніями та будують нори. Тож кролі – це достатньо соціальні створіння, і їм буде добре у будь-якій кількості. Для того, чтобы кролик хорошо чувствовал себя в домашних условиях, клетка ему нужна хотя бы, чтобы это было 1,5 квадратных метра. В ней должен быть обязательно домик, поилка, желательно капельная, и кормушка для еды сухой, и отдельная кормушечка для еды влажной, которую мы предоставляем один раз в день. Сено – это 60% рациона всех грызунов, особенно кроликов. Это связано с тем, что особенность пищеварения устроена таким образом, что нужно очень много клетчатки, которая содержится в сене. Сено должно быть постоянно. Особенность содержания в клетке сена заключается в том, что сено должно быть подвешено. И иначе, если кролик по нему пройдет или поспит на нем, есть, к сожалению, он его не будет. Домашньою твариною кролик став не дуже давно. Він походить з Південно-Східної Європи. Спочатку кролики жили в Іспанії. Римськими солдатами вони були завезені до Італії, звідки вже поширилися по всьому світу. Если мы обратим внимание на фермерских кроликов, это в основном кролики одного и того же окраса дикого. В карликовых кроликах таких окрасов очень редко встречаются. В основном это уже разноцветные животные. Белые, черные, трехцветные, с подпалом, лиловые. Разнообразие окрасов очень огромное. Усі відомі нам породи і варіанти порід походять від одного дикого кролика. Сьогодні налічується більше 100 порід і колірних варіантів. У нас представлені наразі кролик-баранчик та голландський. Кролик – це дневне животне. Он днем достаточно активен, вечером и ночью хорошо спит, но достаточно рано просыпается. Поэтому, если вы хотите, чтобы кролик утром вас не беспокоил, желательно с вечера оставить ему сухой еды, зерновой смеси и сена, для того, чтобы утром кролику было чем заняться. Кролик достаточно смышленый, он узнает своих хозяев. Он очень долго живет по сравнению с мелкими грызунами, очень хорошо идет на контакт, не обижает детей. Отже, якщо вже купувати чотирилапого друга, то бажано, аби він повністю відповідав усім вашим побажанням і доповнював життя господаря. А маленька компанія обіцяє незабаром розповісти про найнеобхідніші речі в житті кролика.